Добрый день, друзья! Сегодня предлагаю вам рецепт закуски или вкусного перекуса. Это брускетта с тунцом и запеченным перцем. Берем красный болгарский перец, очищаем его и разрезаем пополам. Кладем на противень и запекаем в духовке при температуре 200 градусов до мягкости. Это занимает примерно 20 минут. Пока перец печется, подготовим хлеб. Сегодня я взяла чиабатту, можно взять багет или любой другой хлеб. Нарезаем его и подсушиваем на разогретой сухой сковороде. При желании в сковороду можно добавить несколько капель оливкового масла. Готовые гренки натираем зубчиком чеснока. Главный ингредиент моих брускет – это тунец. Я предпочтение отдаю только тунцу бренда «Фортуна». В составе ничего лишнего, только филе тунца, вода и соль. А для меня качество продукта очень важно. Кстати, недавно я узнала, что «Фортуна» входит в тройку сильнейших импортных брендов тунца на российском рынке. Высокое качество, доступная цена, яркие баночки, легко запомнить и легко найти. Тунец перекладываем в миску, разминаем вилкой, добавляем черный молотый перец по вкусу и пару ложек майонеза. Перемешиваем. Тем временем прошло 20 минут, наш перец готов, достаем его из духовки и перекладываем на доску. Теперь очищаем его от кожуры. Нарезаем на небольшие кубики. Добавляем к тунцу и перемешиваем. Кстати, это еще и отличный вариант начинки для тарталеток. Думаю, вы уже представили себе вкус этой начинки. Тунец, запеченный перец, черный перец для остроты и майонез для пикантности. Ну а теперь на ломтик хлеба кладем несколько листочков салата. Можно взять также и руколу. Сверху выкладываем начинку из тунца. Все, самая вкусная брускетта с тунцом и запеченным перцем готова. Это очень-очень вкусно, сытно и красиво. Ваши гости без рецепта точно не уйдут. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».